Добрый вечер. В первом отделении прозвучали лучшие образцы авторской песни, а сейчас из чего все это растет. Можно голос добавить чуть еще в подзвучку. Я учусь у облаков.
позволь себя простить тишину. Я учусь у облаков. Если не хочу, не слышу, словно все в моих руках, словно ненадолго вышел я за строчки в облаках. А когда я наметаюсь, как дежурный херувим, я, конечно, возвращаюсь, но уже чуть-чуть другим. И целый день разглядывая вышину, без друзей, без дураков, сквозь себя просеивать тишину, я учусь у облаков. Thank you.
что все песни такие грустные. Но это были еще не грустные. Как-то последнее время от женского лица все пишется. Ну и как бы и заказывают, и для кино, но тем не менее так получается. Вот одна из песен называется «Письмо от матери». Yeah.
навстречу голод. Социалистического царствования шел 70-й год. Избегал дорожные мытарства снова я, а наоборот. Была жемчужиной она, филей и всей филевской ветки, и вслед смотрела ей шпана. Когда она картошку в сетке несла и шлейфом ползал, сбивал мужчин, дарил ламбады, и в них включался мирный сон. Но ей другого было надо. В работе честные пути мне удавались лишь местами. Когда никто не мог пройти между братвою и летами социалистического царствования, оставался ровно год. На себе испытывал пытарство снова я, светофоры на меня с безразличием
оставленных на выходных перламутровых, загаром города покрывает разгоревшийся восход, и мне кажется, что было так всегда, всегда. В тот год под животом моста мы пили среди ног, могли бы лет до ста мы целоваться, но трак речной маршрут кончилась крючка. С места поговорить. Если... И вообще, может быть, как-то сделать чуть-чуть, а то мы как будто одни с Леонидом сидим. Значит, разговаривать нам не о чем. Ну, может быть, кто-то какой-то хочет такой острый какой-нибудь вопрос задать Леониду. Женат ли он? Хотим? Сейчас, подождите, ну слушай. А правильно ответить, вы не заявку сделали, а вопрос. Не хотите сказать? Так я вам ответил. Хотим? Подожди. Ну терпим тоже. Вчера мы как-то надо, знаете, к этому подойти. Вот сейчас уже интрига пошла уже. Значит, песня будет. Но когда? Сначала давайте мы послушаем так себя. А потом уже. Такая песня для кинофильма. Я написал, потому что попросили, я написал про Питер, про кино. Там, значит, такая история, не буду вам рассказывать сценарий. Вот я писал, старался, написал вот такая, да? Вот это. А мы сейчас будем выступление, но пока начнет, я буду рассказывать. Как вечный зов вставляет.
судьба в любимый город потертого, побитого у медного коня узнает позабытого прохожий меня. Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть, нам не просто друг друга забыть, но свобода и чистая совесть — это лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольются тучи, и мне с другой встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама. И задышится мокрой сиренью и черемухой в белую ночь. Это будет подобно спасению, если ты мне захочешь помочь. И что-то петербургское промозглое позерка, как песня очень русская, уныла и негромко. Тепло от чувства острова, что светят нам одни Васильевского острова вечерние огни. Ах, не надо бы нам, ах, не надо откладывать все на потом. Нам за все будет лучшие награды, если вместе мы век проживем. Кинофильм не вышел, она исполняется от женского лица тоже. Сегодня у вас женский день. Такая песня о неразделенной любви. Она любит его, а он любит другую. Вот война, 43-й год. Исполняется на баяне. Несутся, как вагоны через вьюги. Года мои надежды хоронят, но ты со мной по-прежнему, вернее, любой подруге. Любовь неразделенная моя, но ты со мной по-прежнему, верни любой подруге, любовь неразделенная моя. Если порою не душится, я вспоминаю тебя. С кем тебе, милый мой, дружится без меня? С кем тебе, милый мой, дружится без меня? Не может время приостановиться, ни счастьем, ни бедой и ни войной. Но если суждено чему-то страшному случиться, то лучше пусть со мной, а не с тобой. И если суждено чему-то страшному случиться, то лучше пусть со мной, а не с тобой. Снег над проспектами кружится, слышно куранты Кремля. С кем тебе, милый мой, дружится без меня? С кем тебе, милый мой, дружится?
убитая. И, может быть, спасет тебя, о чем ты и не ведал, любовь неразделенная моя. И, может быть, спасет тебя, о чем ты и не ведал, любовь неразделенная моя. А яблони смотрятся в лужице, пары влюбленных моя. С кем тебе мило бы дружиться без меня? С кем тебе мило бы дружиться без меня? Несутся, как вагоны через вьюги, года мои надежды хороня. Но ты со мной по-прежнему, верни любой подруге, любовь неразделенная моя. Но ты со мной по-прежнему, верни любой подруге, любовь неразделенная моя.
Как за время вашей карьеры изменился возраст женской аудитории? Знаете, это тема для отдельного маленького исследования. Начать надо с карьеры, потому что а была ли она? Как-то она же... Что ты хочешь, девочка? Автограф. А мы после концерта выйдем и всем подпишем все, что дадите. Или сейчас прям? Давайте потом. Ну, думаю, побыстрее закончим закон. Я не знаю, как возраст изменился, вот, значит, женской аудитории, а мужской я все время сейчас с печалью вот смотрю, что ко мне стали за автографом подходить толстые мордатые мужики. Я думаю, ну вам-то чего тут надо? Вот, а потом в зеркало-то посмотрел, ровесники. Это они так изменились, ровесники. Раньше девушки, а сейчас они вообще не подходят. Вот увидите, сейчас мы в конце выйдем с Леонидом, будем стоять как два дурака, торговать кассетами. Давно ли вы приехали с улицы Рокотова, дом 8, корпус 5? В каком подъезде вы жили? Спойте, пожалуйста, песню «Мама» и классическую «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Давно! Сделай сам. Сейчас видите, еще дарят такие красивые штуки. Мы будем сидеть, склеивать, лепить, склеивать. В доме для пресса стоит. Без клея? Поразительно. Потрясающе. Какая красота. Лёня делает, но поменьше. Мне такие большие не получаются. Удачного вечера вам. Может быть, пишется песня, пишется, может быть, я знаю, что когда-то... Я знаю, что когда-то... Нет. А, нет, это есть у меня такая песня. Вот он не знает, он сам делал аранжировку и забыл. Это ночная прогулка. Вот, там, ну это из середины где-то. И очень любимая песня «Остров». Вот знаток. Ни одну мы сейчас прямо не вспомним. Ну на это, есть книги. Знаете, во-первых, я хочу сказать, что вот мы этот диск сегодня уже есть, он как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Здесь внутри 200 фотографий наших близких и родных людей, там наши жены, дети. Ну не все 200. Некоторые из них. Вот потом МРЗ, вот такой. Двойной диск МРЗ, однажды еще нет. Два диска называются одинаково. На этих МРЗ все 10 наших дисков есть. Вот. Надо специально вставлять. Вот, диск Леонида Маргорина «Время послушное ветру» — это не надо. Нет, ну послушайте, потом 6 ноября можно будет на концерт в Кремль прийти и сдать. Это была реклама. Вот, а все-таки вот эта новая книга была первая часть такая, а сейчас вторая вышла еще. Здесь, а чего-то я начал про книгу. А, да, открываешь книгу, и здесь ноты есть. Леонид открывает тоже и ставит. И мы любую песню на заказ можем исполнять.
Вот. А еще лучше, если вы приобретете книги, дома выучите. Потом мы с вами хором будем в следующий раз будем петь. Вот еще я хотел про записки сказать. Ну ладно, здесь почитайте. Все больше и больше. А я прочитаю записки. Сегодняшние, свеженькие. Дорогой маэстро, это где она? Пожалуйста, не грустите. Большая просьба петь не только в середину зала, а еще посмотрите налево. Четвертый ряд, третье место. С любовью ж... Хочу саму любовь. Пойдем сюда. Я, знаете, я вас все равно не вижу. Я, вот так вот. Это я так. Подойдете потом. Очень люблю ваши песни, почему-то не слышно вашего голоса. А это не главное. В последних выпусках песни нашего века. Жаль. А вы знаете, как раз меня оттуда и удалили из-за этого, потому что мой голос всегда торчал. Как мне не говорили, там и потише, и подальше отставляли микрофон. Вот. А это же сложная, знаете, такая вот, когда все в наушниках, сначала одни голоса записывают, потом другие, тут мужчины, тут девушки, да, не помню, кто-то во время записи сказал говорит, что нам надо иметь девушек в уши, чтобы кончать вместе. Вот, при записи, вот так сказал. Расскажите о взаимоотношениях с коллегами-бардами. И к этому заявка. Воскресенье. Хорошо? Хорошо. В общем, про визгора. Если рассказывать о взаимоотношениях с коллегами, то, в общем, мы ни эту песню, ни другую не споем. Потому что напряжение, это самое, отношения хорошие. Нет, это же отдельная история. Когда-нибудь кто-нибудь напишет. Можно купить 5 дисков песни нашего века и послушать. Там все слышно, если прислушаться. Вот, и если хорошо, значит и отношения замечательные. Здравствуйте, Олег, спасибо вам большое. А можно, ты могла бы петь? Можно? Такая есть песня. А давай вот мы сейчас сегодня с нее и начнем. Это надо. Вставайте, иди к роялю. Не хочется. Вспомните, пожалуйста, «Царица Непала 2», подпись «Ж». Хорошо, товарищ «Ж». Всем за интересную радиопередачу на шансоне, за встречи с замечательными авторами, а также еженедельные встречи с вами. Концерты теперь, к сожалению, редкое удовольствие, Елена. А не пора ли пригласить и Леонида? Он уже замечательным образом освоился в жанре авторской песни. Вы знаете, мы в основном приглашаем молодых авторов. Это будет, мне кажется, использованием служебного положения. Так. Это было всем движение. Сейчас люди с собой возят балет. Следующий день непростой.
случайною, будь в конце концов, и детям дать печальную, учись без отцов. Так что лить без повода, слезы смысла нет. А какого года нам выписан билет? Никому не ведомо, радуйся, молись, чтоб большими бедами обошла нас жизнь. Запах снега, и, может быть, вы видели на заборе где-нибудь уже написано, что 6 ноября в Кремле будет презентация этого альбома, уже должны все напечатать, и мы будем отмечать. Вот. А что-то я еще хотел про это сказать. Ну ладно, я спою песню, которая так и называется.
ветер. Не вытравимое чувство, что должны быть какие-то столики, танцы, перерывы, какой-то полнокровный вечер. Пришлите. Надо будет сделать это. Мы одно время делаем. Леонид стесняется на баяне на танцах играть. Меня все приглашают, а он с баяном. Спойте, пожалуйста, песню про роддом. По-моему, она так называется, роддом. Ну, она называется «Волшебный дом», но это не важно. Важно, что это об этом. Об этом, да. Вспомните песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Вот. Хорошо. «Если знаете», обычно написано. Записка. И все же вы очень грустны. Да что ты? Урежнел. Стараюсь никак. Можем ли мы чем-нибудь помочь? Готовы. Готовы уже. Это Галина Хопчик подготовилась. Знаете, вот хорошая тоже была записка в Нижнем Новгороде. Завтра в 12:00 на центральной площади у памятника Горькому буду вдохновлять вас на песню о Нижегородках. Такой вот. Конфеты. Мне? Песню Висбору. Висбору так написано. Питер вас ждет, приезжайте скорее, а нам не втерпешь, и мы приехали сюда. Молодцы. Были ли у вас романы с поклонницами? Подпись. Наташа, 45 лет. Не было. Знаете, у него дома нет рояля. И вот как только мы куда попадаем, где есть, просто не остановить. А что там, я плохо выгляжу? Мы вас очень любим, пожалуйста, поправляйтесь. Или в смысле... Не худеть, в смысле. Леонид, это тебе, наверное. Поделитесь секретом, под каким окном вы прочли слова «С добрым утром, любимая» под окном, которые послужили причиной создания одноименной песни. Знаете, это было под Нижним Новгородом, между Балахной и Нижним Новгородом. Вот. Там на трассе это было написано. Вы очень хорошо поете. Но можно споем что-нибудь хором? Так, вы знаете, вот такая проблема, что некоторые говорят, что да не надо вот это вот хором, там что вы, тоже мне. Вот, пойте, вот мы же не за этим пришли, а другие говорят, давай. Вот я просто теряюсь сейчас, когда...
охрана, народ, зовем семью, печальная история. Я от себя любовь даю, а от него тепло мне. Я от себя любовь даю, а от него Yeah.
Москва найдет ли деревце хоть краешек земли. Слух пока не скажем никому.
музыка Константина Тарасова. С добрым утром, любимая. Написал какой-то местный идиот. С добрым утром, любимая, крупными буквами. С добрым утром, любимая, не жалея белил. И лежит нелюдимая надпись обнимания. С луны различимая и с окрестных светил. Ночь растает без остатка и останется загадкой, кто писал и будет спорить над ним. И прекрасно видно светок, что нарушена разметка, и так жалко, что расстроится гори. С добрым утром, любимая, милая, ты моя. Эта надпись красивая смотрит в окна твои. Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути моя, пусть потерпит гори. Yeah.
лампочек салют, бесснежный Новый год. И бережение свое, задумавшись, спешат. И Рождество опять вдвоем с подружкой из США наполнит Париж вино французское, а ей близится Москва, Берлин, Вила. Она пьет водку, так как подданная русская. Она такая же москвичка, как была. На полный праздничный Париж вино французское, а ей близится Москва, Берлин, Вила. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была. А вот думал, строители из Мьеля, риэлторы или просто люди? Есть кто-нибудь вообще из Мьеля-то? Что-то я думал, что все сотрудники просто. Вот, просто это известная дружба Мьеля с авторской песней. Как-то вот, мне кажется, они для этого и работают целыми днями, чтобы записывать альбомы авторской песни. И Мещуков, и Хомчик, и песни нашего века, и везде вот руку товарищ Куликов приложил. И поэтому хочется сказать большое спасибо и за сегодняшний вечер. Это ведь только один из вечеров, как я понял, в череде. И сегодня это самые слабенькие. А вот дальше остальные вечера под эгидой этой организации, я думаю, что подтянутся более мощные силы авторской песни. Давайте поаплодируем Мьелю. Лена Маргоев! Для сотрудников фирмы «Мир» прозвучит эта песня. Радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит. Со свиданницем вроде бы откуда новая посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведен, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век козел, и их это вина. Не говорить. Тот был первый гордым, правильным был твердым. Но да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает. И пустяк, что не наточены нажим. Пахнет наволочка снегом, где-то копыт вода. Плач в углу висит. На проспект спустилась с неба и зеленая звезда. Полуснего такси. Далеко до сходни не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.
Ах, как спится утром зимним на виду фонарьскую, желтая дыра. Фонарю приснились дневник, вот теперь он не спит, все скрипит, пора, пора. Свет сольется щелк, дверь тихонько щелкнет, лифт послушно отсчитает этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. И большое вам спасибо за внимание. Мы начинаем заканчивать наш концерт. Сумасшедший дом просто. Но как репетиция,
Может быть. Не надо? Надо. Как же мне надо? Что, я спою еще одну новую грустную песню. Ну зачем? В общем, спасибо всем большое. Я надеюсь, что все-таки Мюэль будет проводить концерты по 4 отделения. Это будет выгодно отличаться от других. Это местные. Всего 3 недели по зябшим проходам, по лицам, по которым скучается мир. Возвращаться было как из плена и гадать, с кем же первым набиться. По разводам метрополитена, по большой разноцветной руке, там сейчас после Нового года кабаля в заграничных гирляндах и расщедрилась мама природа. Так что снег бесконтрольно летит, и крещенские взлетели, и такая стоит непогода, что гаишники окоченели, и полгода в пробках стоит, и кто-то пишет рукой согретый.